Всем привет. Сейчас я хотел бы, я загружаю просто видео Ballpoint Universe, первая часть, первая серия, скажем так, и мне надо сделать для него обложку. Вот я скачал уже скажем так, исходник, что я нашел в интернете. Может, кстати, я найду какой-то более, ну, не знаю, больше картинку, а может и нет, потому что это, ой, да, вот так. Ага. Выходит, что у меня эта картинка сколько на сколько? Вот что так подлагивает. Ладно. Выходит, что эта картинка 610 на 237. Посмотрим на ее качество. Надо дозагрузиться. Ну ладно, еще раз попробуем свойства. Вот тут у меня 467 на 181, да? То есть у меня вот это скачанное. А на ее качество, ну да, вот это оригинал. То есть это уже просто кто-то увеличил. Тут она более размыта, поэтому она мне не подходит. Открываем ее. Вот так вот. Открыли. Но в чем прикол? То, что для YouTube надо, ну, разрешение приблизительно хотя бы 16 на 9, да, или там 16 на 10. А эта картинка, она намного уже. То есть она не подходит. Я, по сути, ничего с ней там супер-пупер делать не буду. Единственное, что я с ней сделаю, это я изображение, я изменю размер холста, да. Ширина я поставлю. А сколько там было? 4, я поставлю, например, 500, да. А высота, например, тоже 500. Вот, вот так вот. И теперь что мне надо? Что мне надо? Мне надо сделать ее хотя бы чуть-чуть выше, да? Как я это могу сделать? Я опять копирую. Я его перемещаю. Вот так вот наверх, да? Я нажимаю редактирование, трансформирую, отразить по горизонтали или по вертикали. По вертикали, да. И вот я его вот таким вот образом накладываю, да? Может, даже чуть-чуть ниже, выше. Как? Вот так. Да, я просто его вот так вот накладываю. И все. Теперь я выбираю вот так вот. Да, просто чтобы этого человечка тут не было. И удаляю. Все здорово. То есть уже она чуть-чуть расширилась вверх. Конечно, немного. Но уже расширилась. Ладно. Опять копируем. Теперь перемещаем его вниз. Редактирование. Отразить по вертикали. Вот. Все. И так же самое я его обрезаю, только уже снизу. Обрезаю только уже снизу. Ну вот так, да? Ну, почти. Почти. Я тогда это все объединю. Или не надо объединять? Нет, пока не буду объединять. Надо бы еще его как-то расширить. Каким образом это можно сделать?
Сейчас подумаем. А, ну. Чтоб было чуть-чуть. Да, я таки его объединю. Это Ctrl-E. И я его обрежу по бокам просто. Да? Вот тут, вот так вот. И вот тут, вот так вот. И уже оно приблизительно 6 на 9, да? Ну вот. Здорово. И вниз я напишу номер серии, да, скажем так. Например, давайте 36 номер 1, да? Вот. А теперь его сделаем побольше, чтобы было вот как-то вот так вот, да? Опять же, мы его чуть-чуть вот поставили приблизительно вот по центру и сделаем ему такой же эффект, как нет, не так. Я выделяю, это мне не надо, вот. Сейчас я его туда перемещу. Вот эту фигню я удаляю. И так же самое я его перемещаю и удаляю вот эту вот фигню. Потому что она типа попадает в область выделения. Все, опять я его выделяю, он уже четкий. Копирую. Новое. Это. Вот, все, вставил. Красиво. Это мне больше не надо. Закрываю. И тут я уже начинаю вот то же самое писать циферками. Номер 1. Да, чуть-чуть его подвигаем. Вот как-то вот так вот, да? Чуть-чуть ниже. Вот. Да, нормально. Приблизим, смотрим. Ой. Да, смотрим. Теперь делаем ему такой же эффект желтого, да? Как у этого типочка. Это будет внешнее свечение. Да. Есть. Цвет какой? Цвет мы выбираем вот. Ага. Окей. Выбрали теперь непрозрачность. Размах. Вот где-то вот так вот, да? Чуть-чуть меньше. 6, 5. 5, да. Мягкий, точный. Нет. Ага, значит нет. Это просто будет обводка. Зачем свечение, если это проще сделать обводкой, да? Вот так вот. И непрозрачность, чуть-чуть мы тогда его сделаем поярче. И сделаем чуть-чуть менее прозрачным. Ага, ну вот хотя бы на 65, да? Тогда опять поиграемся чуть-чуть с цветом, чтобы он был хотя бы похожим. Ай-яй-яй. Ну, надо как-то найти это место. Хотя бы, а если я так буду тыкать, ну так совсем не то. Вот, как-то вроде что-то оно, да? Ну, прозрачность можно чуть-чуть добавить. Вот, нормально.
Теснение добавлять мы не будем. Тень не будем. Глянец. Да нет. Цвет налаживать мы не будем. Градиент. Ну, может быть, легенький, да, совсем? Может быть, совсем легенький. То есть, вот так вот. Я даже не думаю, что его будет видно, но все равно. Пусть он будет. Узор нам не надо. Свечение и тень нам тоже не надо. Все нормально? Нормально? Так и будет. Ну, по сути, довольно-таки симпатично сделан. 100%. Ну да, нормально. Сохраняем. Как? В PSD сохраним, чтобы он у меня был, я мог его исправлять. Ball Point Universe. Окей, и сохраняем его, сразу же делаем тут папочку ему. Ball Point Universe в JPEG. Universe 1. Да. Да. Здорово. Теперь значок. Канал Ball Point 1. Да, нет. Ну, вроде как-то нормально. Более, ну, более или менее что-то как-то оно. Ну, да и все. На этом все. Спасибо за просмотр. Лайки, подписки и все такое.